Всем доброго, меня зовут Александр. Продолжаем делать бронеавтомобиль БА-64. Так, ну и вот. Это готовый корпус. Осталось, ну, немножечко почистить вот сами надписи. Потом белым немножечко подправить. И потом, в принципе, надо будет еще фильтр нанести, визеринг, но это уже будет потом. А так вот, корпус готов. Не получилось у меня по-нормальному вот эти вот надписи «Кавказ-Берлин». Плюнул я на все это дело, зачистил и закрасил. А надписи я вырежу трафарет и гуашью все это их нанесу. Должно получиться лучше, у гуаши укрывистость хорошая. Это мне пришло в голову после того, как я сделал эти надписи на танке, на Т-55А. Вот на этом. Это гуашь по трафарету. Уже на покрашенную модель. Поэтому я думаю, что там у меня тоже должно получиться. Будем красить. Так, ну и вот я перекрасил. Вот такие получились надписи. Как бы выполненные от руки, немножечко корявые. Так вот я их сделал. Сделал высветление сухой кистью. Так, это я разводил глауконит с желтой 1:1. Получился светлый. Я его развел еще раз глауконитом. То есть получается глауконит там 3:1 получается. Это вот базовый цвет. И потом глауконит с желтой. Он более светлый. И сделал высветление вот по ребрам и выступающей части. Все это замазал. После чего нанес несколько там мазков акрилом серебрянкой по петлям, ну так вот потертости везде. Вот. Ну и вот на этом сборка корпуса закончена. Можно делать уже дальше. На этом данное видео закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.